Я работаю на предприятии, совместной фирме производства пищевых продуктов. Чистота и порядок должны быть у нас априори. А еще к нам приехали иностранные консультанты для пущей важности и установили крутейшую стационарную импортную мышеловку. По внешнему виду она напоминала космический шаттл, при этом они к ней прикрепили рядом красочную табличку «Гигиенический пост». Устройство это, в общем-то, бесполезное, так как мышей нет, но надо, значит надо. Чудо враждебной техники еще не успели запустить, так как там какие-то спецреактивы положены для заманивания и умерщвления, завоз которых в связи со сложными таможенными процедурами затянулся, что очень удручало этих самых консультантов. Представьте себе их озадаченные лица, когда они в день установки увидели мирно покоящуюся мышь на 1/3 торчащую из мышеловки. На вопросы местные им сразу отвечали: «А вы что хотели, такие у нас мыши, к порядку приучены. Есть мышеловка, значит надо попадаться». А к дефициту всяких там реактивов приучены еще с доперестроечных времен. Ржач по отделам стоял полдня, так как все знали, кто эту мышь на предприятие приволок. Ржача подал еще один из консультантов, заявивший, что ну это в принципе вполне вероятная теория. А на этом все. Если вам понравилась история, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Желаю вам хорошего дня и приятного вечера. Пока-пока.